Ребята писали о том, что пытаются включить Counter-Strike, у них черный экран, понижение дичайшей FPS. У кого-то было 220, 230, стало 55, 60 и прочее. Показывал эту тему и сейчас проверил, все снова работает великолепно. И здесь уже заходим установить параметры запуска. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И раз ты зашел на этот ролик, у тебя по-любому просел FPS с новым обновлением. Где там сделали типа античит, трансфактор и прочее. Это пока все хрень, нам главное, чтобы FPS действительно был стабилен. Я знаю несколько способов. Присаживайся поудобней. Я начинаю. Начнем все с того, что я утром проснулся и увидел от своих зрителей просто разрывающуюся личку. Мне писали первое, что понижение дичайшей FPS, у кого-то было 220, 230, стало 55, 60 и прочее. Я тоже в шоке, недавно проверял эти, кстати, функции, и даже на моем мощном компьютере FPS упал, ну, где-то на процентов на 10, но все равно упал. Следующее, ребята писали о том, что пытаются включить Counter-Strike, у них черный экран и выбрасывает обратно на рабочий стол. Ну и третье, это ребята также пытались начать стримить через программы там X, программа OBS там и так далее, тоже у них вылетает, ничего не работает, банально не запустить стрим. У меня, в принципе, OBS сейчас работает, я все проверил, все в порядке, видимо, лицензию получили. Вообще, о чем идет разговор? Недавно ночью Valve выпустили обновление, в котором они сделали трансфактор, там сделали так, чтобы теперь сторонние программы у тебя никак не взаимодействовали с твоим Counter-Strike. А это означает что? Долой читеров. На самом деле, все не так. На самом деле, читеры все равно будут, они обойдут эту систему, сделают скрытые файлы и так далее, это все будет. Но пока сейчас все сыро, грязно, и обычные игроки, которые хотят просто поиграть с маленьким FPS, не хотят, чтобы еще больше страдали в этой игре, ну понял, да? Если у тебя FPS был 60-70, ты кое-как играл, сейчас у FPS станет 30-40, это просто габелла. Хорошо, ладно, если ты сможешь играть, но некоторые ребята даже просто не могут зайти в Counter-Strike, мне очень много ребят пишут, говорят, тупо черный экран, что делать? В общем, давай приступим к нескольким способам, которые действительно тебе помогут. Первый способ крайне простой, я его показывал несколько месяцев назад, это просто нужно зайти в бета-версию и поставить прошлую, и проблем никаких не будет. В принципе, давай это и сделаем. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши на Steam, дальше библиотека, после чего Counter-Strike, свойства, и дальше летим в бетку. Да, пару месяцев назад, я уже повторюсь, показывал эту тему и сейчас проверил, все снова работает великолепно. После чего выбираем вот этот 1.37.5.9. Если у тебя какие-то проблемы и тут будут, залетай в 1.37.5.8, возможно, там проблем нет. Но я проверял на 1.37.5.9, тут все было бы нормально. Нажимаешь на нее, дальше у тебя будет закрыть, тут сейчас будет обновление в очереди, ты его запускаешь, обновляешь и запускаешь Counter-Strike. Проблем никаких нет. Единственное, что возможно, трансфактор там вот этот пока работать не будет, и читеры тебе будут попадаться, хотя они и так попадаются, мы тут катались с пацанами в прайме. Толку с этого вообще никакого, там тип просто на плюсовые сжал всех. Ладно, хорошо, это потом, это заходите на другие мои видосики и смотрите там. После чего нажимаешь играть, и все, у тебя все работает. Воу, подожди. Хочу сказать тебе одно. Меня смотрит 70% без подписки. Лично тебе в глаза смотрю и говорю, дружище, подпишись, поставь лайк, будь со мной. Моя цель 100 тысяч подписчиков к концу года. Давай сделаем это вместе. Помоги мне в этом. Продолжаем. Второй способ тоже крайне прост и тоже работает. Нажимаем правой кнопкой мыши на Steam, библиотека, после чего правой кнопкой мыши на Counter-Strike, туда же летим в свойства. И здесь уже заходим установить параметры запуска. Убираем все лишнее и вставляем Untrusted. И все. То, что сейчас Valve разработчики вот работали, делали это месяцами, а возможно и годами, ты просто одним нажатием убираешь полностью все. Но перед тем, как отключать все вот эти параметры запуска, сначала попробуй вот эту функцию. Этот параметр запуска поможет тебе запустить Counter-Strike, и вылетов никаких не будет. С FPS, конечно, будут проблемы, но про FPS я сказал в самом начале, бета-версию заходишь и все делаешь, и все пушечка, просто FPS твой растет. Также у меня есть еще несколько способов повышения FPS, но это в описании. Там до сих пор актуальные видео. Да, я делал некоторые месяц назад, некоторые два месяца назад, но ребята пишут, говорят, что да, это работает. Поэтому посмотри, не поленись, лайкусик там еще поставишь, если действительно все сработало. Ну и что, дружище, я с тобой буду прощаться. Единственное, что хочу сказать, в описании также есть Discord канал, Instagram, Twitch, ВК. Там охренительный паблик, где куча годных мимасов. В общем, я тебе везде жду, с тобой пообщаемся еще потом. Все, пока-пока, посмотри вот это годное видео, я тебя там жду. Давай.